Всем привет, это СБ1813, про сами продолжаем реакции. Тут внезапно Cold Rain выпустили новый вроде как сингл, хотя как будто бы это из их альбома последнего. Но сейчас этого, конечно, мы услышим, узнаем, посмотрим и так далее. Просто название какое-то прям знакомое, называется New Dawn трек. Но вроде как написано, что это новый сингл, так что давайте, собственно, посмотрим именно новый сингл. И это, кстати... Я сейчас посмотрел, вроде как приурочено тоже к какому-то аниме, Бастерс, по-моему, называется. Я без понятия, что это за аниме, но тем не менее, сегодня какие-то саундтреки у нас. Саундтреки, хотя и с группами, которые прям из одной, на самом деле, темы. Да, вот таких вот именно более джи-рокерских, более альт-рокерских, вот именно групп невикейных, кстати говоря. Короче, Cold Rain, кстати, помню, делали к аниме. Их, по-моему, чуть ли не сам первый трек был же саундтреком, точнее, остом. Ост саундтрек — это одно и то же, вообще-то, если подумать. Опенингом он был к этому Rainbows, и это, кстати, охренительный опенинг, вообще, в принципе, охренительное аниме. Если кто не смотрел, обязательно посмотрите. Вот, тут не знаю. Ну, короче, поехали посмотрим. Cold Rain, я их люблю, знаете прекрасно, но последний их альбом мне не понравился. Он такой, что-то там, ну... Прям буквально надо было выцеплять пару треков, чтобы они прям зашли. Так что посмотрим, что будет тут. Надеюсь, наконец-то сделаю что-то более интересное. Как бы отдохнули и хватит. Давайте уже что-нибудь прикольное. Cold Rain. Вот. Но в любом случае. Короче, го. Пошли работать, говорит. А, фоткаться будете. Окей, ненавязчивая реклама монстра. Окей. Понеслось. Задумался. Ох, ля какой. Масата попал в видеокарточку. Ты что за жесть? Или у них тоже не аниме игра? О, пошел соляк. Блин, прикольно. Вот это мне нравится у Cold Rain. Мощненький трек, крутой клип. С приколами. Хорош. Вот это прям нормально. Ох, ля, какие. О, вот тут хвалю Cold Rain. Тут прям молодцы. Прям вот это прям что-то максимально свежее, но при этом в их стиле еще. Какой у него наряд балдеж, конечно. Знаю, кстати, даже что, как комментировать. Это просто, ну, крутой трек от Cold Rain, наконец-то.
прям тут красавчики, прям молодцы. Пофоткались. Так, ну вот мы посмотрели клип, послушали трек New Dawn от группы Cold Rain. Вроде как это новый трек, потому что такого я на альбоме не слышал. Если я... Если это трек с альбома, все-таки я такого не слышал, то, ну, я глухой, судя по всему. Потому что вот этот трек реально хорош был. Но, по-моему, это прям вот новый трек, потому что вот это прям слышно, что тут прям какое-то новое звучание, новое прям и по партиям, и по звуку, и вообще по как-то вот прям освежились они. Потому что, говорю, предыдущий их альбом, ну, типа, такой он странный, типа, как будто они реально написали его просто, чтобы он был. Потому что там был, ну, опять же, в очередной раз скажу, что там был офигительный кавер на No Doubt. Потом, что там было еще? Ну и пару синглов, опять же, то, что они синглами выпускали, вот пару синглов там были прям неплохие. Но все остальное прям такое, не, вот. А здесь прям хорош, здесь прям очень хорош, прям очень сильный сингл с офигительным клипом, опять же, с какими-то отсылочками, я не знаю. Я говорю, Google мне показал, что это как будто бы опенинг к какому-то аниме. Может быть, это не так, может быть, все это там вообще по-другому было. Но в любом случае, вот такие вот современные, вот такие вот уже прям мощные Cold Rain, разнообразные, но при этом еще в своем стиле играющие, вот они мне прям такие нравятся. Так что вот с этого сингла я, ну, типа, режим жду на включен теперь, потому что я жду следующий там их релиз, опять же, будь то EP, будь то LP. Вот с такими треками я готов, потому что-то мне прям грустненько было, что тогда вот они даже ни в какие топы не попали, потому что, ну, не знаю. Вот. Ну, здесь хвалю, здесь реально молодцы. Так что, в принципе, даже и сказать больше нечего. Спасибо всем, кто посмотрит реакцию, ссылочки в описании, нравится, сами все знаете. Cold Rain молодцы. Все-таки еще могут написать. Помните, я говорил, что, типа, вот даже в моем ролике, может, если кто видел, не видел, про группы, которые, типа, там, как будто бы проходняк начинают писать. Я вот там про них как раз говорил, что на самом деле чуваки-то как бы, ну, видно по ним, что они могут и умеют. И вот, собственно, по этому синглу мы как бы все это доказываем, что чуваки могут, да. Просто, ну, может быть, как-то так не захотелось, не получилось с тем альбомом у них. Но, надеюсь, тут будет как бы да. Так что будем ждать обязательно. Я как бы в Cold Rain еще верю, я их люблю и как бы слушать обязательно буду. Так что жду. И, надеюсь, вы тоже. Ну, и, в принципе, наверное, все. Я пойду. Пока.